ради того, чтобы поздравить вот этого человека. Замечательный вопрос. Он, блядь, собрал Кобзона, ё-моё. Тёма Кобзон. Ну вот, вот так вот. Все, он всех здесь собрал, чтобы там, ну, тут музыку послушали пацаны, ребята, девки, девочки тоже. Чтобы отметить его день рождения там, чтобы все нажрались и блювали вот там, смотрите. И кто, сука, здесь не блюет, я тут танцевать буду. Вот. Ладно, все, поехали. Давай. О, спасибо, пацаны, я очень рад.
пацаны. Что значит? Это песня про отчима. Вот, слушайте. Нет? Если бы не отчим. Спасибо. Пацаны, а вот сейчас, ну, вообще, короче, отличается немного трек от обычных, привычных. Ненависть Стар, называется. Да, ненависть. Ненависть называется. Пацаны. Можно там потанцевать вот так вот. Так вот. Thank you.
песня про Хадар. Thank you.
Спасибо, поаплодируем Кудрову, поаплодируем Кудрову. А вас все, чуваки и дамы. Давайте, стой! Он ебет, они пердят, брызги в стороны летят. Шел я лесом, видел чудо, два крестьянина сидят. Зубы черные, гнилые, лошадиный хуй едят. Пиширы, кто мы хотя бы? А? Что? Кто мы? А, да. А, так мы, да, смог. Здесь группа. Еще раз. Кобзона, с днем рождения. Вот такой человек. Давайте все вместе поздравим его с днем рождения. Бурными аплодисментами. Все, всем пока.